Так, имеется подергивание. Хорошо. Продолжаем наблюдение. Формат 44. Ожидаем. Дальность 88 метров, скорость 0,9. Продолжается причаливание. Аварии инструкции нет. Еще висим около 2 минут. Принято. Ожидаем 3,25. Отвод плюс 6, ручное управление включено. Все. Так, очень... Есть управление? Сейчас посмотрим. 49,52 колеблется. Скорость 0,26 на сближение, аварии инструкции нет. Продолжаю работу. Принято. Бок гасить. Бок гашу. Есть. Так, Толгар, есть, молодец. Есть сцепка. Ребята, индикаторный режим есть на формате базового блока? Есть сцепка? Есть индикаторный режим. Хорошо, принято. Мы ничего не выдаем с дисплея. На дальности порядка 20-15 метров стало окончательно ясно, что режим нужно переводить в режим, так сказать, телеоператорного ручного управления. Что и было сделано. Талгат Мусабаев это дело перевел, взял управление на себя и провел успешную стыковку. Просто мы не шли перекрестия по мишени. Поэтому оперативно было принято решение перейти в ручной режим. Они прекрасно справились. Это штатный режим. Запасной, но штатный режим.